Порой самые необъяснимые вещи удается заснять совершенно случайно на видеокамеру. В этом и состоит их ценность. Сегодня я покажу вам 8 таких видео. Присаживайтесь поудобнее, вы на канале Антоп, и приятного вам просмотра. Я уверен, у вас есть такие знакомые, которым постоянно не везет. Так вот, в Америке произошла забавная ситуация. Мужчина залез ограбить магазин одежды. Для скрытности он решил спуститься через потолок, однако из-за плохой подготовки он свалился на пол. Из-за падения сработала сигнализация, и парень решил скорее выбегать из магазина. Сначала он решил залезть обратно по канату, но снова же из-за плохой подготовки не смог этого сделать. Затем он попробовал залезть на стене, но вновь получил неудачу. В итоге он сильно растерялся, но потом ему вышла гениальная идея подставить тумбочку. Но, к сожалению, потолок его не выдержал и рухнул. Далее, думаю, рассказывать особо нечего. Его в итоге задержала полиция. Скинь это видео своему другу, у которого возникают подобные ситуации. Но на сегодня юмор отложим. Если вам нравятся подобные фейлы, то дайте знать в комментариях. Теперь переходим к более загадочным и необъяснимым видео. В Америке, в Южной Каролине, произошла очень забавная ситуация. Вы не поверите, но к одной американской семье в гости пришел настоящий аллигатор и начал стучать в дверь. Соседи, заметив это, сразу позвонили хозяевам. Их удивлению и страху не было предела. Просто представьте, если бы такая ситуация произошла с вами. Самое интересное, что в этих краях крокодилы не водятся. И до сих пор неизвестно, откуда он тут взялся. Представьте такую ситуацию. Вы поехали отдыхать на природу, но ваша единственная дорога назад была разрушена. Именно такая ситуация произошла в Канаде. Осадки вызвали наводнение, и в регионе начали рушиться дороги. Люди с видео не стали рисковать и просто достали камеру. У них была только одна дорога домой. Очень интересно, как они перебрались, но видео на этом заканчивается. Если вы все еще не подписаны, то обязательно сделайте это и включите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Смотрите, какую фотографию я нашел в интернете. Она идеально вписывается в тематику видео. Представьте такую ситуацию. Вы попросили друга сделать фото, но когда посмотрели, то увидели большого черного пришельца, который бегает за вами. Как бы вы отреагировали? Девушка выложила эту фотку в Facebook, и она моментально набрала популярность. Дело в том, что девушка уже несколько часов не вылазила из воды, как это черное нечто появилось из ниоткуда и начало гоняться за ней. Ее друг сделал эту фотографию, после чего парень в черном костюме просто исчез. Этот район в штате Флориды был построен на неровной земле. В течение 9 часов этот дом был полностью разрушен грунтовыми водами. Настолько сильно, что даже пальма ушла под воду. Проходит пару часов, и вода топит уже следующий дом. Далее воронка расширилась и потопила третий дом. Вот что осталось на этом месте. Самое страшное, что такое нельзя предугадать. Потоки воды были настолько сильными, что некоторые люди даже не успели покинуть свои дома. Одно необычное явление было замечено во время шторма в Сан-Антонио. Темный объект появился рядом с ударом молнии и затем быстро упал на землю. Но странно то, что он был намного быстрее молнии. В 2017 году в Бостоне засняли очень странное и жуткое видео. Посреди дороги лежал кот, который был сбит автомобилем, а вокруг него ходило 17 диких индеек, абсолютно ровным строем. Все птицы были самками, и все это происходило в течение 15 минут. Эта иллюзия просто взорвет ваш мозг. Как вы считаете, течет ли вода на этом видео? Струя похожа на сосульку, однако при прикосновении она меняет свое агрегатное состояние. Это называется ламинированным течением. Для получения такого эффекта необходимо 4 условия. Чистая вода, постоянная скорость, гладкая поверхность трубы и полное отсутствие ветра. Не забывайте лайкнуть это видео, а также подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Спасибо за просмотр, смотрите предыдущие видео и до встречи!